Канцелярия, папки, тетрадки, детский отдел с игрушками. Сушилочки для белья. Чай Гринфилд по 289. Магазин большой, но, к сожалению, мы для себя не все можем найти. Так, отдел у нас тут кормов для домашних животных. Ну, как обычно, вискасы. Корм для птиц, для черепах. Игрушки, дразнилки, шампуни, наполнитель. Полочка с фейри. А здесь что у нас такое? Пеленки. 449 за 10 штучек. Тоже пеленки. 10 штук. Почти 600 динар. знаю, Фрос здесь стоит жидкость для мытья посуды 289 динар, это за 750 миллилитров. Соки. На завтрак хлопья, каша, мюсли. Молочко 3,5% за 189. $2,8 за 139 динар. Чай показался здесь очень дорогой. Например, то, что мы привыкли часто брать, мы часто брали, например, Ахмад, да, коробочку вот такую вот на 100 пакетиков, здесь она стоит 1799 динар. Нутелла по акции 599. Баночка большая. Ой. $700 грамм. Полочка с кофе, Нескафе, Якобс. Кофе тоже, кажется, дорогой такой. Кофе молотый. Соки. Мелкая бытовая техника. Блендеры. Напольные весы. Ну, в рублях, не знаю, 1200, да, там, в среднем, я не знаю, пересчитать можно. Coca-Cola 129. Original 1,5 литра. Печеньки, Орео. Но еще можно прихватить пылесос. И какой-нибудь телевизор за 23 000. 18 999. 14 999, 11 000. Желтые ценники, это уже все со скидкой, минус 33%, минус 37%. Ничего себе, такая большая. Кастрюля, сковородка, не знаю что. На большую семью. Тостеры. Блендеры. Миксеры. Кофемашины. у Джоша 300. Капуста по 39, китайская капуста, цукини по 349, кабачки. Помидоры. Есть что выбрать. Тут они какие-то не очень. Турецкие. А это что у нас? Новый Белград. Местное что-то непонятно. Очень много пакетов с капустой. Пакетик с рукой стоит 139. Готовые наборы. Тоже помидорчики. Желтый, красный по 499, огурцы по 109, возможно за штуку. Так, еще помидоры. Бананы по 169, гранаты, еще яблоки, виноград, авокадо, манго. Кстати, что-то мандарины не очень выглядят. Так, мясной отдел. Свинина 849. В упаковках. Так, лимонадики. Полочка с Coca-Cola. Доброе утро. Это типа рамы, да? Еще один уголочек такой алкогольный. Всякие нарезки. Рис. Есть касса самообслуживания, но у тех, у кого нет карт. И идем на кассу.